Как вы думаете, какой электоральный символ больше всего подошел бы Додону, да? Когда к символу электоралом Патрицеллос там и кость, он сантиметр жумать, пен сантиметр жумать, усвей, с приземплом курка, ну, за солбочаска, малец, не был начал диплохотник, новый чфать, шварумкат, куркан, пистигардка, катарик, куркан, вера, патентат, ка дену мере, ка... Ка пасари, яра лягат, яра лягат, бенеш дупа аста, дупа еще рукат, плохой дню, куркани, пистигард. О, факуто урыт, урыт, де тот же о дискредитат символа электорал, каря птя свей. Анцелек, нас и пермит ними спуя круся дела бисерик, кай религии. Ну, пацал пуя слава домну пи монументу у Штефан Чалмарин. Шата йо пентру Игор Додон, шо репетен куда, пентру хей карифак пиар пентру Додон. Am o propunere care eu sunt sigur, iată, chiar acum vă rog în comentarii, scrieți părerea și credeți despre asta. Iată, omul când vine simbolul electoral, deja trebuie să înțeleagă despre cine merge vorba. Iată, eu o să fiu primul pe listă, am tam, numărul 1, usată, spre exemplu. Da? Și când ați văzut simbolul electoral al lui Dudon, trebuie să înțeleagă că e Dudon. Iată, eu l-am ales pe unul, prășu vă rog pe toți în comentarii scrieți. Sunteți de acord? O să-l recunoască cetățenii pe Igor Dodon ca candidat independent, el fiind președinte, nu poate candidat din partea unui partid politic. Să spuneți dumneavoastră, пожалуйста, еще раз прошу всех высказать свое мнение, узнают ли граждане страны в электоральном списке Игоря Додона с этой символикой. Я попрошу, дайте, пожалуйста, поближе, чтобы все увидели, о чем идет речь. Так, видно? Не, еще поближе дайте. Дайте поближе, ничего страшного. То есть, понимаете, то есть, вот я считаю, что кулек, электоральный символ, очень прикольно. То есть, никто не сможет ошибиться, как бы, и когда увидят кулек, чтобы проголосовали там за Майю Санду, за меня или за другого там... кандидаты. То есть я считаю, что вот если кандидат индепендент, Додор Игорь, кулек, таманный символ, электорал, тарит четкий. Значит, так его никто никогда не перепутает. Потому что керчей каре ворбеск на перфект лимба дистат, держа ну мой спонт, сакош, вон пакет, то это ломят уморщий магазин, где Республика Молдова, спонит, даст ворогу кулек. Это кулек, его консидер, кулек, символ, тарит четкий. Поэтому, Игорь Николаевич, перестань тратить деньги на пиарщиков, я, короче, за вас все сделал. То есть я считаю, что с кульком вас никто не перепутает, вас найдут в избирательном списке, никто не обвинит вас в том, что как бы неподходящий там электоральный символ, потому что я считаю, что вот этот кулек – это ваш пожизненный символ.